Итак, ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Backspace, с вами Asia Cup номер 8, и это первый раунд, собственно говоря, основной части турнира, Empire против команды Risk. Empire были приглашены на этот турнир прямым инвайтом, а вот команда Risk пробилась в основную часть сквозь квалификации, которые длились 2 дня в субботу и воскресенье. Ну и посмотрим, удастся ли им одолеть имперцев и сумеют ли они пройти дальше в битве за достаточно неплохой приз. Ну, для тех, кто к нам только присоединился, Empire играет за Radiant, Team Risk у нас играет за Dire, и... Ну, пробегусь по составам команд, пока там идут пики и баны. Команда Empire, Скандал на пиках, Mag, Always on a Fly, OneScore и Silent. Команда Risk, Hawkey, Pure Evil, Mind Control, Poison и Power. Вот такие вот составы, и мы уже видим то, что и Empire забанили Виспа и Визажа, взяв себе Чена и Рубика. Достаточно такой интересный подход. First Pick'ом забирают себе саппорта, хотя Чен — это тот герой, которого первым пиком, ну, можно брать. Там и хил, и еще один хил, и там можно приручать всяких. Ну да ладно. Риск ответили на это банами Деваурера и Батрайдера, забрав при этом First Pick'ом Нага Сирену. Так, я не знаю, сейчас я все просто по фасту сейчас сделал. Как бы у меня сейчас не было каких-то фейлов в плане настройки, те, кто сейчас могли быть на трансляции, могли слышать полный трэш в виде слишком высокой громкости. Но это все было чисто из-за того, что все действительно делалось буквально со скоростью звука. Все очень быстро настраивалось, поэтому я сейчас по время стадии пиков буду мало-помалу все поднастраивать до конца, до того, чтобы все было абсолютно правильно. В принципе, все должно быть нормально. Трансляция идет куда нужно. Звук есть, видео есть, все есть. Надеюсь, что меня слышно. Это будет самое главное. Ну и Lifestealer вторым пиком залетел от команды Risk. И тут же они же сразу говоря забанили Лондруида. Говорят, не надо нам его здесь. Мы не хотим его видеть, поэтому идите-ка вы в бананы. Но я напомню, что все игры проходят по системе Best of 3 Single Elimination сетка. То есть выигрываешь сейчас две игры, проходишь дальше, проигрываешь, до свидания. То есть здесь право на ошибку есть, в принципе, только одно. Можно лишь один раз проиграть. Больше тебе права на проигрыш не будет вообще. А призовой фонд немного, не мало составляет 1750 евро. И это, я вам скажу, много. Просто потому, что это очень-очень много. Собственно говоря, сейчас уже вовсю идет Star Ladder TV. 16-й, что ли, уже день. И там тоже очень даже интересные игры ожидаются. Но в любом случае, кому что интересно, тот то и, соответственно, смотрит. Перепроверяю здесь личку, кто-то мне там не туда написал. Бывает. Минус Тимберсой, минус Дарксиру от команды Empire. И в ответ забанили у нас Nature's Prophet команды Risk. Они же забирают себе Crystal Maiden, ну а Empire забрали себе Клокверка. Ну, вчера на Star Ladder мы видели Клокверка. Если не ошибаюсь, в исполнении Empire Клокверк со... я не боюсь этого слова, стальными яйцами, которые просто мог прийти из ниоткуда, дать по лицу всем, также уйти в никуда и перед этим еще остаться живым. Или уйти там буквально на паре тычек, делая возможные и невозможные кульбиты. У меня какие-то проблемы. Хотя нет, мне показалось что-то проблем. Я сейчас подумал, что забыл я поставить вот оверлей сейчас на стадии пиков. Нет, все нормально. А вот контакт у меня заглючил. Вот это факт. Или нет, или да. Или я не знаю, в общем, не важно. Важно то, что обе команды как-то над пиками думают какое-то время. То есть они все-таки не так, как бывает, например, в CM-серии, в AM-серии Star Ladder, когда берут сразу так хлобысь, 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 и напикали там откровенную ересь.
Нет, здесь все-таки более серьезно. Тут все-таки уровень команд будет на самом деле выше. Empire играет в Star Series StarLadder, а вот Риск. Ну, если они пробились до основной части, то, по крайней мере, значит, они все-таки что-то доумеют. И побороться за призовой фонд. Очень даже такой не слабый призовой фонд. Это уже просто дело, как говорится, чести. Ну и гирокоптер у нас от команды Empire. Джакалокоптер. Как такое выражение придумал Вилат или или Каспер. Но Джакала здесь нету, поэтому гирокоптер будет просто гирокоптер, хотя... Это надо будет смотреть по закупам. Ответный пик Пака от команды Риск у нас получается. Ну, здесь, собственно говоря, уже есть такой вот, вырисовывается определенная картина, на что будет упор у команды Риск. Ну, понятное дело, что упор будет на Лайфстиллера и там по возможности Нагу, который своими иллюзиями там сможет хоть как-то дамажить. Но есть такой вариант, что Нага не будет особо фармить, у нее есть сетка, то есть ее будет задачей кинуть сетку, в случае чего тут же юзануть слип, чтобы там прилетел Пак, прилетел Лайфстиллер, с ним ЦМ-ка и кто там еще остается пятым героем. Чтобы потом все это дело раскастовалось. Хотя и инфест-бомба у нас здесь тоже имеется, Лайфстиллер вместе с Паком. Пак с Блинкдаггером и Лайфстиллер в Паке — это бомба еще та. Можно отблинковаться и вернуться тут же обратно на свое законное место. Вот у команды Empire вот здесь вот, что можно сказать, Clockwerk может отправиться в сложную линию, или там в соло будет стоять Рубик, будет стоять вместе с гирокоптером. Не-не-не-не-не. Рубик вместе с гирокоптером, возможно, будет стоять дабло, Чен может пойти в леса или потом там присоединиться тоже к трипле. Остается, по идее, герой в мид. Хотя гирокоптер может пойти в мид тоже может, да кто угодно пойти может в мид. Любой герой может отстоять мид, если это очень сильно захочет. Но команда Риск все более-менее понятно, вряд ли в мид тут отправится ЦМ или тот же Лайфстиллер. Скорее всего, это будет Пак, потому что это просто, не знаю, прозрачно, как не знаю кто. Если есть Пак, то просто с вероятностью в процентов 70-80 он отправляется в мид. Я, конечно, видел, когда Пак отправляли на другой лайн. Но не всегда. Ну и Dragon Knight, это последний пик от команды Empire. Он, собственно говоря, отправится наверняка в мид. Поскольку есть ультимейт форма дракона, просто там есть и Breastfire, и там армор, и реген здоровья, то есть все там вообще круто. Кстати говоря, последний бан у нас это был Templar Assassin от команды Risk и Bounty Hunter от команды Empire. Вот такие вот пироги. Я надеюсь, что у меня все работает как надо. Лишь бы не получилось какого-нибудь трэша, я не знаю. Так, я кое-что проверяю тут. Говорит, лого StarLadder воткнуть. Было бы у меня лого StarLadder, я бы воткнул с радостью, но у меня его нет. А просить уже его посреди игры ставить, это как-то не камильфо. Я не буду ставить его посреди игры, потому что это будет выглядеть уныло. Но к завтрашнему дню, когда там будут еще игры у нас, если у меня тоже будет трансляция, то вот там уже, собственно говоря, и все будет натуре класс, потому что сейчас я настраивал все действительно в спешке невероятной. Я еле просто успел поставить все вот эти оверлеи нужные до тех пор, пока не началась, собственно говоря, трансляция. Мирана, пятый пик от команды Риск. Я вот теперь задумываюсь, кто отправится в мид. Мирана тоже может пойти туда. Но здесь, собственно говоря, сейчас мы посмотрим. Главное не забыть сейчас переключить оверлей на нормальный и не бегать пол игры вот с этим вот. Вот с этим вот. Team Empire против Risk. Первая игра. Best of 2. Best of 3, прошу прощения, серия. Победитель проходит дальше, ну а проигравший покидает турнир, поскольку сетка Single Elimination. Ну что же, задумались у нас имперцы. Они не знают просто, кого там. Кто возьмет Рубика, кто возьмет у нас Клокверка. Говорит, мой Клокверк. Нет, мой Клокверк. И пошел такой срач. Или просто оба игрока куда-то благополучно отошли. Ну ладно, все, поехали. Вот, собственно говоря, да. Все мне настроено нормально. Good luck, have fun здесь. Желают и имеют такое чувство, как будто трансляция упала. А, нет, трансляция работает, все хорошо.
Все, good luck, have fun, и мы, собственно, поехали быстро, решительно, и не будем менять скин. Итак, Empire у нас играет за Radiant, Silent у нас будет играть на Герокоптере, на Драгонайте у нас играет Скандал, на Клокверке у нас играет Маг, на Рубике у нас играет Ванскор, ну и понятное дело, что у нас остается Чен. Во! Остается Ру... По-моему, я перепутал. Так, на Чене у нас играет Ванскор, на Рубике у нас играет Always on a Fly, на Драгонайте играет Скандал, это я все, конечно, назвал правильно. Здесь, кстати говоря, я не успею договорить, потому что тут уже выехали просто команды Риск всем составом. И едва ли не настигли тут Герокоптера с Рубиком. Сайлент на Герокоптере, и на Чене у нас играет Ванскор. Всех назвал. Команды Риск играют за Дайр, но уже они бегают просто в лесах своих соперников. Pure Evil у нас играет на Нага Сирене, Mind Control играет на Лайфстиллере, Poison у нас играет, Risk Poison у нас играет на Crystal Maiden, Havk Eye у нас играет на Миране, и остается у нас, куда там уже успел убежать, Пак. За него у нас играет Power. Была вероятность сделать ФБ буквально на первых секундах. Оу-оу-оу-оу-оу, ЦМК так поставила вард и спалилась, но тут еще и... Все, увидели вард, сказали ему нафиг, иди-ка ты до свидания в таверну. Так тут еще и Нага Сирена ходит, бротит. Правда, у нее ничего не вкачано, но если вдруг нужно будет, она вкачает сетку, и там уже можно будет пытаться, наверное, забрать... О-о-о! Просто! Рубик здесь все правильно сделал, так и стал с хайграунда и закидывает ЦМ-ку с дабл-дэмэджем, плюхами. На, такой поднял, говорит, иди тут туда. Получай по щам просто от энчентов. И действительно, вот у Рубика очень такой неплохой вот рейндж. Скилл, то есть он может поднять фактически с любого места. Ну, не с любого места, но, по крайней мере, с хайграунда он может поднять и куда угодно там перетащить. Заставил просто Нагу там убегать от энчентов, которые там тут же начали негодовать по поводу того, что он там появился в их рядах. Но мы видим, что у нас Драгонайт стоит против Пака. На миду, на топе у нас Клокверк будет стоять в соло против соло Мирана. И внизу, получается, трипла на трипло. Очень даже такой будет здесь заместная трипла. Рубик, Чен и Герокоптер. Против у нас, получается, Лайфстиллера, Нага Сирены и Кристал Мейден. Вот, правда, стоит быть аккуратнее здесь мало с Чену, потому что здесь могут запросто вот выехать вот этот вот с колбой, вот этот вот с сеткой. И просто там столько будет стоящей сетки, что пока ты это будешь делать, тебя просто-напросто разберут. Но пока что на миду ничего сверх такого не происходит. Вот стоит следить за низом. Хотя и у Пака тоже КП там отнюдь не сильно много. Опа, такой сюрприз, иди-ка сюда. И Crystal Maiden здесь забирает этот First Blood. Просто очень хорошо здесь сыграно блокинг-тауром. Так еще и Лайфстиллер может умереть здесь. Лайфстиллер. Так он сейчас здесь реально умирает. Дычка, минус 2. 2-0 счет на второй минуте. И Empire открывают счет. Причем очень даже уверенно это делают. И тут же просят секунду. Команда Empire. Забрали двух героев. Это нужно отметить просто. И потом уже можно продолжать игру. Но кентавр там был очень неплохо так разыгран. То есть он там застанил ЦМ-ку, пока она там стояла в стане. Нифига не умея ничего делать в этот момент. Там 2 секунды. 2 секунды для Герокоптера этого вполне достаточно, чтобы там выстрелить Рокет Бэрриджем. Даже на 11 там дэмэджа в секунду. Точнее, 330 дэмэджа там, по идее, получается в секунду. Потому что 10 ракет, каждый по 11 дэмэджа. То есть 2 секунды стоишь, ты получаешь 220 урона. У ЦМ-ки 470 хп, это буквально половина здоровья. А там потом уже с руки добить, ну это просто дело чести. Там и кентавр, который с руки там бьет 52 урона, там и Чен 50 урона. Вообще Чен бьет сильнее, чем внезапно Герокоптер. А Рубик еще сильнее бьет. Все, пауза пошла, пауза отжали, и мы продолжаем дальше здесь. Лайфстиллер тут же просто понял, что ему там покупать нечего. Ушел наверх, будет фармить леса. Пока он это будет делать, уже просто... Герокоптер 3,5 левел. В то время как у Лайфстиллера ни много ни мало. Вот только что появляется второй. Вот только что появляется второй уровень. Хотя, конечно, это 3-я минута игры всего лишь, поэтому тут особо нечего говорить. Но, сами понимаете, когда у Лайфстиллера, у основного, может, керри-команды появляется... второй левел, а в то время как у кэрри соперника появляется уже едва ли там не четвертый, это заставляет призадумываться о том, что что-то здесь не так.
Хотя этот Миран здесь довольно-таки неплохо делает. Отпушивает. Хотя нет, здесь скорее Крюков-то отпушил себе маг. Но Миран все-таки пришла, увидела это и говорит, почему бы мне это не забрать? Чем я хуже, в конце концов? Шестой игрок Рокскиз внезапно почему-то там это... Курьер такой. Вроде бы импар, но Рокскиз. Оставим это их на их совести. Так, у нас здесь что в минуту? Dragon Knight, 4,5 левел. Пак, 4,5 левел. Тоже, в принципе, идут вровень. Хотя по фарму, это я должен сказать. То, что по фарму выигрывает Dragon Knight, пускай буквально 2 крипа, но он за Denial на 4 больше. То есть, все-таки, опыта Паку перепало поменьше. И в боте у нас на фрифарме буквально в смысле стоит Герокоптер, но крипстат у него 13 на 10, у Клокверка 18 на 2. При том, что у него нет того же... Флэг Кэнона или что-то, чего-то подобного, нету Рокет Бэрриджа. Хотя, конечно, есть ракетки, но там ими ты очень много дэмэджа нанесешь. Хотя за лас видеть вполне можно. Ну и у нас вот началось все такое достаточно бодренько с двух подряд киллов в исполнении команды Empire. И на этом, собственно говоря, пока что все закончилось. Все сейчас продолжится минуте, эдак, наверное, к 6-7, когда будет там у кого-нибудь 6 левел, когда уже... Будут первые ультимейты. В частности, когда будет 6 левел у Пака и будет 6 левел у Dragon Knight. Ну, про Герокоптера я, в принципе, молчу, потому что там 6 левел, там появляется колдаун, и полетела ракета, полетели все, что можно. Дашь пофармить Герокоптера, он тебе просто лицо разобьет. А затем еще Грунти все равно лицо разобьет. Просто без вариантов. Но фейзы появляются, конечно, сейчас уже у Мираны, и по фарму опережает, однако, Клокверка на 4 крипа, что, в принципе, как-то... Опа, внезапно здесь еще и ЦМ-ка объявилась. Fortification внизу. Ага, ну понятно, почему здесь глиф использовали, тут уже буквально скоро рухнет Т1 Тауэр в боте у команды Риск. А он сейчас рухнет. В итоге... Да. Видимо, хотели забрать тавр, в итоге крипы это сделали. И проблема тут отчасти у Клокверка. Стрела. Стрела мимо, но здесь можно пытаться, наверное, с руки нарезать. Хотя нет. Хотя, все. Эмпайр здесь, маг умирает, скорее всего. Хотя нет, да ладно. 22 хп, но лайфстиллер здесь. Лайфстиллер здесь, и просто он пошел на перехват и забирает себе этот фраг. По крайней мере, не в сухую. Так, пока у нас лайфстиллер фармит, Нага Сирена тоже так подфармливает. Т1 Тауэр уже как бы сбрит у команды Риск. И шестая минута по-прежнему на карте пока что относительный штит. Как-то никто друг на друга особо не набегает, не пытается что-то такое делать. То есть ничего прямо такого сверх особенного не происходит. Но я вам говорю, что весь экшен начнется в минуте эдак... 10-й, когда будут уже 6-е левела, там чем больше их будет, тем вообще будет лучше. Но вот ПТ уже появляется у Dragon Knight, и у него уже даже на самом деле есть 7-й левел, то есть у него уже форма дракона. Есть, имеется, поэтому он может в нее влезть и там пойти уже набегать на Пака того же. У Пака 470 хп, если его вдруг застанет Dragon Knight, то там потом брисфайром 300 дэмэджа, и там уже потом с руки можно будет надамажить, и у Пака будет проблема. Причем проблемы будут, я вам скажу, очень большие. Но это нужно еще... Ой, да ладно. Прошляем... Да как ты здесь? Он успел Герокоптер-то забрать Нага Сирену. Чую я Рубика здесь. Да, Рубик, скорее всего, просто поднял, затащил на хайграунд. Оттуда уже просто Герокоптер расстрелял бедную Нагу. И Пак здесь... Что-то тоже как у него ХП маловатенько будет. Отжирается, конечно, тангусиками здесь. Но если на него вдруг выйдет... скандал, то там у нас умирает Пауэр, получается, в любом случае. Хотя вот сейчас он, в принципе, останется живой, потому что там уже Брисфайр залетит на 225 дэмэджа. Но никто не отменял присутствие Dragon Tail. Ать, блин, вот был бы здесь Dragon Tail, можно было сначала застанить, потом уже Брисфайром и добить буквально одной тычкой с руки. Но теперь маны нет, поэтому придется лишь ждать подходящего момента, когда кто-нибудь слишком далеко вылезет. Походу дела еще и Denied Tower успевает у нас скандал здесь. И вот Denied Tower ломает его, там еще и крипов Denied.
И Killing Spree у нас уже снова на Наге Сирене делает гирокоптер. Что-то я завтыкал. Называется, когда болеешь, это печаль. Короче, все, я сейчас буду просто следить за вот перемещениями Сайлента, потому что он здесь просто уже набегает. Он сделал 3 фрага из 4 от команды Empire. При этом саму Нагу уже забрали дважды. Причем забрали с интервалом буквально в 1.5 минуты. Воу, полегче. Локверк залетает. Хорошо, это минус ЦМ-ка. Минус ЦМ-ка, а дальше что? А дальше ничего. Сюрприз такой. Гирокоптер говорит, иди сюда. Тут же Рейдж. Рейдж, боюсь, что здесь Рейдж не поможет просто никак. Хотя, 4-3 секунды до колдауна. Нагу уже тоже здесь. Сейчас должна быть сетка. Сетка. Колдаун. И едва ли там буквально, еле-еле чуть не придавило лайфстилера. В итоге у нас гирокоптер умер, но при этом также забрали пак, разменяясь буквально в смысле 2 в 1. Ну, это если еще считать убийство ЦМ-ки вот здесь вот. Да, разменялись 2 в 1, и счет 6-2 на 9-й минуте в пользу Empire. Преимущество очень даже неплохое, учитывая, что сейчас уже начинается 10-я минута игры. А Empire выигрывает 3000 просто по XP, и тут еще и скандал. Просто суровый настолько, что ходит убивает всех, правда, получает стрелу по лицу, и ему это не помешает просто сейчас забрать, скорее всего, Мирану. А, он подумал, передумал, отправляется к лайфстилеру, тут у Пака проблемы. У Рубика были проблемы, он умер, но теперь проблемы как раз-таки у Пака появляются. Хотя я вот даже не знаю, кого проблемы здесь. Скандал, ну же. Да ладно, он еще выживает, стрела буквально там прилетела, как хорошо. Но, чем забирает Пака? Драгонайт по-прежнему живет, ладно, умирает здесь. Но гирокоптер тоже тут уже. Клоквер залетает, хорошо. И минус лайфстилер. 8-4 счет. Разменялись. Как они здесь разменялись? Рубик убил Пака, Пак убил Рубика. 1 в 1. 2. 3 в 2, по-моему, там, если не ошибаюсь, получился размен. Ну и Empire здесь еще, опять же, выигрывают преимущество себе. Уже у них порядка 4 косарей по XP и порядка 7500 по голде. Получается, преимущество это очень на 10-й минуте, 11-й минуте это очень много. И если так будет продолжаться дальше, то уже у риск будут большие проблемы. Гирокоптер уже просто собирает себе. Я аж он сказал, я плевал просто на все, что это, и буду собирать себе Манта Стайл буквально первым айтемом, и уже там у него Яша собирается, есть Глэд Фалакрити, там остается буквально 300 голды. Лайфстиллер здесь один просто ничего не сделает, он придет, конечно же, там пытается что-то вытворить, как-то помешать, там, может пытаться Найт Тавр, но он в ответ просто получит там станом по лицу, еще одним станом, не получит еще одним станом, но дэмэджа он там буквально сразу же получит много, и... Но это будет плохо, тут же ТП на мид у нас сделает команда Empire, и... Ага, Клокверк будет сейчас пытаться дефать вместе с Рубиком, который тут же получил просто стрелу по лицу, и... Ой-ой-ой-ой-ой, вот это, конечно, все было очень хорошо сыграно командой Риск. Кинули стрелу, она влетела прямиком по лицу в Рубика. Тот, естественно, просто скопытился от этого огорчения. Ну и гирокоптер там где-то забрал ЦМ-ку, где-то вот здесь примерно он это сделал. Пока там следил за Паком, который, кстати говоря, пытается убежать. Но он здесь убегает, это по-любому. Тут просто нечем доставать, нету какого-нибудь блинкдаггера. А нафиг он здесь нужен? 9-5, 12-я минута игры. Да, я мало за свой голос извиняюсь, у меня... болею я мало. И у меня легкий насморк, конечно, кому это интересно, кому это неинтересно. Попытка, наверное, Пак сейчас лететь, просто просканировал такую территорию, подумал и решил... Да ну нафиг вас, я, пожалуй, уйду обратно, на базу отрегаюсь и вернусь назад. Ультимейт у Мирана нет еще 85 секунд, то есть там на инвиз надеяться нельзя. Есть, конечно, глиф, но он поможет там ровно на несколько секунд. После чего Тавр все равно получит по лицу и будет сбрит. А Нага, если придет, получит по лицу, а Нага уже сейчас получает в лицо. Все, стан тут же, задувка, все скиллы, до свидания, Нага Сирена. Тут же Мирана просто вылезает из ниоткуда, но так и забирает Рубика. И пока что размен 1 в 1, но забирает еще и лайфстилера. Его настреляли здесь, даблкил в исполнении скандала. 11-6, и что у нас дальше? А дальше у нас ничего, откровенно говоря.
Просто ничего, просто потому что дальше им Байер пока что идти не будут. Они понимают, что они сейчас выигрывают, и они также прекрасно понимают, что идти им на хайграунд сейчас, ну, нельзя, не стоит. Это все-таки сопряжено сейчас с некоторым риском. Герой команды Empire еще пока что недостаточно сильные. Хотя Герокоптер уже себе везет Яшу. Так что, значит, выражение еще недостаточно сильное, уже можно поспорить. То есть там уже скорость атаки быстрее, чем секунда тратится на один выстрел, который наносит там под 135 дэмэджа. Вот Герокоптер, просто под раздачу попадает, он успевает скастовать колдаун, но он здесь все равно умирает. Тут же слип. Опа! Такой, здорово, говорит. Я тебя и так настреляю. Но успеет, правда, там улететь. Все, тут же слип. Ой, слип, какой слип. Там тут же инвиз от Мираны, и в итоге там Нага буквально еле-еле на 80 хп уходит на базу. Хотя, так, Клокверк. Секунду до... Можно кинуть наугад, можно пытаться убить сейчас Нагу, если удастся кинуть. Хочет дать... Ой, получает стрелу по лицу себе, кстати говоря, Клокверк. Ну ладно, так разменялись на Тауэр. Хотя вы сами видите, что у Empire ни один Тауэр пока что не был сбит. Просто ни один. Конечно, там Помидон буквально уже скоро будет разрушен, но на остальных лайнах они еще там целые. Ну, относительно целые, но тем не менее. На этом особо глядеть не буду, но видно, что Драгонайт собирает уже себе Аганим. Ой, в Аганим БКБ собирать себе. Вот думал не сказать то, что собирать себе Аганим, и сказал именно это. Вот, ляпнуть обязательно нужно. Прямо всегда так. Клокверк здесь у нас просто вовсю собирает себе Бладмейл, чтобы неповадно было. Убили вас пару раз, убьем еще несколько тысяч раз. У Рубика там появляется урна тем временем. Здесь у нас Мек Учена вместе с Аркамбутсами. У Герокоптеров Фейзы, Доминатор уже готовы. Есть уже Яша, то есть там, понятное дело, будет никто иной, как Манта Стайл. Больше Герокоптера — это больше проблем для команды противника. А у, собственно, команды Риск нету особо ничего. У Мирана есть Фейзы, есть барабан. У Нага Вселенной есть там тапки, варды и прочее. У Ластидера к 16 минуте нету просто ничего. У него есть 1100 голды, но у него стат 2-3-3. И Крипсат у него 56 на 3. 57 на 3, конечно, там очень сильно фармит. В то время как Empire забирают себе Рошана. Ну и Бладмейл, собственно говоря, появляется у Клокверка, как я и говорил. Клобы стрела. Рошан такой говорит: иди ко мне, стрела. Опа! Пак попытался сейчас что-то сделать, но... Но, увы... Но, увы, он уже слишком поздно кинул свой орб, потому что там уже Рошан, собственно говоря, забрали. Так, у Кристал Мэйден здесь тоже, в принципе, ну, она саппорту, ничего здесь особого быть и не должно было. И у Пака есть Блинкдаггер. Блинкдаггер, не сказать, что сильно поздний, но и не очень уж и ранний. Это вот так вот можно охарактеризовать. Не слишком ранний, не слишком поздний даггер. Которая пока что не знаю, поможет ли или нет. Счет 11-7 на 17 минуте. И у нас как-то игра, собственно, снова успокоилась. Стало как-то более-менее здесь тихо. Все пошли дальше фармить себе голду, опыт и т.д. и т.п. Айтемы и прочее, и прочее. В частности, Лайфстиллер себе пытается собрать армлет. И он его так и соберет. То есть там буквально остается еще один рецепт. От рецепта там буквально 500 голды. Там, смотрю, у Чена что-то появилось. У Чена появился ген. Просто юзает инвиз у нас Мирана. А фиг там был у нас ген, поэтому мы тебя видим. И так что, если вдруг там будет пытаться отступать, то это уже не сильно поможет. Но вот и с другой стороны, вот учитывая тот факт, что есть все-таки слип у Наги, то есть даже если вдруг там... Опа! Опа, ганг сейчас назревает. Вылезли хорошо, кстати говоря, хорошо так вылезли на самом деле, но битва внезапно разворачивается, по-моему, по иную сторону аллеи. Нага Сирена еще, кстати говоря, живая, там Цемпер скастовывается. Один в один пока что размен, Чен умер, у нас Нага умерла. Лайфстиллер здесь тоже буквально на грани. И Лайфстиллер, скорее всего, умирает. Даблкил в исполнении
Блок вверх, Ценка забирает Рубика. Герокоптер забирает Мирану, и я не вижу кого. И Пака тоже заодно. Трипл килл в исполнении Клокверка. Жук остается единственный просто Ластелик, который уже сделал ТП-аут. При этом в битве Empire потеряли двух саппортов Рубика и Чена. Это не сильно страшно. В то время как команда Риск потеряли там и Нага Сирену, и Мирану, и Пака, и Ценку. А вот это уже страшно, поскольку пока их там нету. Это, во-первых, очень просто нереальный буст, счет 15-9 на 19 минуте, это и нереальный буст по голде XP, и это еще давало по всему перевертело, опять же, графики. Около 7,5 тысяч выигрывают у нас здесь по XP Empire, по голде они уже выиграют больше 14 тысяч, я не знаю, что здесь будут делать риск, просто не знаю. Ибо сделать они тут не смогут ничего. Вот я вам откровенно говорю, снова Clockwork прилетел, тут же слип. Слип кончается, и что? Да, они отступили, но Тавр это не спасает. Ответная просто стрела от Рубика полетела, но там все-таки есть такая вещь, как Ezreal Shift. Face Shift, точнее, что я уже его просто с Ezreal этим путаю, но не важно. Главное, что тут снова Пак еле-еле остается живой. Hand of God! И там Нага Сирена умирает, следом за ней умирает Мирана даблкил. Чен не убивает, у нас делает мега килл просто сейчас Клокверк. Байбек от Мираны. А нужно ли делать байбек? Играют до конца гейминга или что? Потому что тут уже не видно, в принципе, шансов для команды Риск выиграть просто в этом матче. Шансы крайне малы, мы сами прекрасно знаем то, что Empire на Старладере сейчас показывает просто нереальные результаты. Там стрела прилетела в Чен, и Чен там при этом умирает, но тут уже, опять же, минус 2, минус Ластилер, минус Бак, минус ЦМК. Убили Чен, он тут же делает байбек, но ему-то что, ему можно это сделать? 20-10, тут уже просто 20-е минуты игры. И вы понимаете? Вот только вдумайтесь. 20-е минуты игры заканчивается. Empire проносит вторую сторону. Вторую сторону проносит Empire. Тут же Ластилер такой появляется, говорит, иди сюда. Да нам пофигу то, что ты Ластилер. Нам пофигу на твой этаж рад, на твой джор, нам на все пофигу, просто мы продолжаем ломать бараки, несмотря ни на что. Ну это реально, Empire сейчас просто плевать с высокого моста на то, что делает команда Риск. Там приходит Ластилер, пытается что-то сделать, просто его запирают в когах и убивают. И доминейтинг у Dragon Knight. Вы сами все видите прекрасно вот по статье. И по нетворце вы сами все прекрасно, собственно говоря, видите, там снова поймали у нас. Wicked Sick уже делает там Clockwork, но его там убивает тут же байбек, понятное дело. I'll be back. Ну и нетворс вы сами видите. 12-300. Опа! И КГВП пишет у нас команда Риск. Несмотря на последний такой врыв Пака. Но вот так вот как-то игры бывает складываются. Игра получилась очень быстро. 21 минута ровно всего лишь понадобилось имперцам, чтобы выиграть первую игру. Ну и следующая игра у нас буквально совсем-совсем скоро. Никуда не разбегайтесь, продолжим. Ну вот буквально вот через пару минут.